благословений всем вам, Божьих благословений с горы Сугамак, с пещер, Сугамакских пещер, благословений Божьих всем вам с этого исторического места, с Южного Урала, город Кыштым, где эти дни проповедовал и проводил семинары. Благословляю всех вас благословением священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еверехеха Адонай ве ишмареха, Яхер Адонай панавелейха вихунекха, Иса Адонай панавелейха ве яселеха шалом. Бешем Иешуа Гамашиах, во имя Иисуса Христа Мессии, Спасителя нашего. Аминь. Благословение Божие всем вам, мир всем, шалом. Пусть Господь Бог благословит вас и молитесь о духовном пробуждении Урала, Южного Урала, в частности, Челябинской области, и отсюда, чтобы благословение было и на восток, и на запад, и на Азию, и на Европу. Потому что, я говорю, Уральские горы, они разделяют континент наш на две таких части, Азия и Европа. И пусть Господь Бог благословит всех вас, молящихся, во имя Христа Иисуса. С миром Божьим!